Доброе утро, воробушек. Сегодня погодка непонятная. Половина неба голубого, а половина начинает тянуть вот оттуда, с Краснодара. Нарциссы начинают все расцветать. Буняша, доброе утро. Вы выспались? Я вас что-то не вижу сегодня. Вы не выходите меня встречать. Заспались, что ли, со вчерашнего дня? Как у нас чапик тут? А, червячка увидел. Не вчера ему кидал. А он, наверное, только сегодня его увидел. Ну, что, моя девочка? Что такое? Помидоры теперь не закрываю. На улице хорошо, тепло, и у нас зашла редисочка, которую мы тут садили с сыночками. Видите? По краешку я садила. И она взошла. На этой стороне тоже сходит. Не затоптала я ее, пока садила помидоры. Вроде нормально все. Петюнечка, у тебя не получается что-то. Вот так, Петюнь. Видишь как? Давай, давай, показывай, как надо клевать. Те стараются. Это рожь все выдираю им. Уже с корнями все. Но это, которое уже на улице, потому что я там цветы буду садить. Там зернышки клюют. Тюльпаны-то видите, как у меня вместо тропинки. Это не у меня, они здесь были. Я уже говорила, что мы 2 раза их выкапывали, они все гуще и гуще идут. Вот, наверное, эти мускарики-то, которые вы говорите. Он здесь один зачесался тоже. Видите, под деревьями земля, кучки. Это с тропинки, с той, которую мы укладываем. Срезали верхний слой, там, ну, высоко было. И сейчас мне надо чуть-чуть ее как бы, ну, раскидать, чтобы она куча не лежала. И потом ее, когда она будет уже помягче, я ее тяпочкой разбарахлю. И земля хорошая, и как раз деревьям будет подкормка. Где-то как кучами раскидала. А здесь в яблоньке получился как приствольный круг. Одни камни были. Вот так вот, вот пораскидала немного. Тяжелая, спрессованная земля. Кидается, конечно, тяжело. Наверное, вот это вот мускарики все-таки. Маленькие, синенькие такие. Смотрите. Это те, что я пересаживала вдоль винограда. 3 расцвело уже. Белые гиацинты, видите? По пятам ходит, по пятам. Красоточка-то моя. Ё-моё, сладкий такой. Боня, а, Бонь, а ты знаешь, что Женя хочет котеночка? А? Ты будешь ему рожать котеночка? Он хочет домой себе взять котеночка. Так что я не знаю, как мы будем тут. Сколько ты там, 1, 2, 3 хоть бы принесла. Люлик, ты цветочки нюхаешь? А, Люлик? А, вкусненькие какие, да? Такие вкусненькие цветочки прямо. Аж занюхался. Ну, чапика красивее цветочек. Какой синенький. Да, чапик? И вот как я начинаю разговаривать, ты прям на меня смотришь. Ты понимаешь, что ли, речь? Я прям удивляюсь. Ты такой умный. Вот здесь, помните, мы высаживали киви? Огораживали от котов вот этими колышками.
Зиму он перезимовал, мы его коробкой закрывали. Листиков, конечно, нету сейчас, но торчит вот такой маленький-маленький стволик, как бы. Будет он живой или нет, неизвестно пока. Но ждем, ждем, когда он проснется. Пока еще никаких движений, телодвижений у него нету. Если выживет, то, конечно, интересно будет, как, что такое киви. Если нет, я больше его не буду покупать. 500 рублей все-таки один кустик. Это, я вам скажу, недешево. Поэтому, как уж там будет, видно будет. Нашел здесь тазик в стиле лофт. Да? Ага, только он весит много. О, это дорогой тазик. Сейчас знаешь, какой металл дорогой? Ну. Ё-моё. Не, ну в нем можно что, купаться. Это можно и покачаться сразу. Можно и на дно снизу. Да. Здесь утята могут плавать. Смотри, мы какую помогли сделать. Что вы тут у меня делали-то? Я вас потеряла. О, да. Так вы тут целый этот сделали. Домик. Домик для кого? Это не дом. Для компостной для кучи. Компостную будет она это делать новую. Все поняла. Вбили, эти поставили. А? Красота. Красота. Все, труженики а теперь. А зато нам за это. Что будет? Соседка дала кирпичей. А, так вы кирпичи. Все, давайте таскайте кирпичи. Папе на курятник надо. Ну все, Жень. Ого. А вы, я надеюсь. Ты возишь, я команду. Я надеюсь, вы их не через забор собрались кидать. Я сказал, сам все сделай. А, ты будешь руководить, а он будет это. Кто старше, тот руководит. Ты как хотела. Все ясно. Давайте, давайте. А что, по половинке кирпича, он вообще здорово будет. И покупать не надо, курятник-то надо докладывать доверху. Так, играем в тетрис? Да. О, сколько накладывается? Не, ну тут это тоже надо меру знать. А папа вам показал, куда его? Нет. Там, знаете, за туалетом, с той стороны, где вот стоит стол, ну, ближе к шашлычке, там лежат кирпичи, ну, к этим папа, кирпичам. Вообще нет. Да? Они же пустотелые, они легче. Да. Это. И к тем кирпичам вот эти вот, ну там их нужно укладывать. Если вот так кидать их, то это... Папа будет укладывать. Так, я ему сейчас пойду, скажу, папа, иди. Ты укладывай, они будут возить. Я не нанимался. Вот кирпичи. Вот это нам куча. Надо спросить, сколько нам надо. Котик пришел. Без котиков мы никак, что ли? Ну что, поехали? С того лета мы ничего не возили. Дыму скажет, я давайте, не понял, давайте. Куда вы мои кирпичи покатили? Спим. Ну, спите. Что-то шел с тачкой, уже нету. Да я уже устал. Ой, ты моя-то. Устал. Саша передал тачку. А, тихонько головой, сына. Раз, два, три. А что там считать надо? Ты Саша это или нет? Ну, он ударился головой, это будет, я и говорю. Три. Ничего страшного. Пять. А, папа вам сказал считать надо? Нет, я один раз посчитаю. Папа сказал нам 107 штук, по-моему. Шесть, семь. Восемь, девять. Ну да, одну тачку посчитайте, а потом количество дайте. 10, 11, 21. Тетрис не получается. Давай, тетрис делай, а то потом все это свалится и снесет туалет. Это что за херня там? Где кто? Да, паук. Там такие пауки. Женя такой, так, понятно. Ясно, что еще жить хочу. Так, это сколько было? 24? 26? Я говорил, что около 25. 35? 27, 28. Девять. Курицы что-то дерутся. 31. 32. Я говорю 35, наверное. 33. Может эту плитку сюда? А сюда вот кирпичи. 35, как вы думаете? 37. 37 три раза. Вот уже три раза исходили. 100 половинок. Надо вот это дерево потом отсюда. Ну еще полтачки, да? А? Полтачки, это просто горает. Ну здесь уже там типа 100-110. Половина. 110. Можем еще полтачки привезти так.
Да что полтачки-то везите? Вдруг не хватит потом. Пока дают, бери, бьют, беги. Все брать что? Ты посмотри, сколько их там. Ну вот какую кучу Люба дала, ту и тащите. Куда ты их привел? Я пришла тут посмотреть, а ты уже их приволок сюда. Ну погуляйте, ладно, погуляйте там. Посмотрите, что там. И все за ним пошли. Новую комнату. Одна только рыженькая не хочет. Рыжуха, ты не хочешь за ними, да? Не слушаешься их? Ну ладно, пусть они там погуляют. Проверили все гнезда. Такие полезли по гнездам проверять. Когда-то мы тут жили, маленькие, да? А что тут теперь? Петенька, все нормально? Все хорошо? Нравится? Ну, я могу вас и сюда поселить, если хотите. Петюнь, лишь бы твои курочки неслись тут в гнездах. Да, Тенечка? А, Петюнь? Угу. Видишь, что? Петюнь. Вот он хороший. Курочки залезли в гнезда. Как хорошо, можно по двое нестись. Вон, залезли по двое. Ну как, я уж вас заждалась. Работай. Сейчас. Быстрее. Юрик, только скажи, что происходит. Что происходит? Что тут за сумасшедший дом? Куда я попал? Живу спокойно. Тут бац, какие-то сумасшедшие пацаны приехали. Давайте. Иди разгружай. Меняемся, да? Какую веревочку он теперь не возьмет? Он возьмет прутик. Давай будем проверять, сколько он посчитает, нет? Не, я же не буду больше считать. Больше один раз хватит. Оно среднее. Среднее, тридцатка. 33, где-то 35 половинок. Угу. Я сейчас открою. Ой, ну сына, ну. Ну ладно, он что. Ну больно там? Же, ты что? Ты же знаешь, больно-то не тебе, а мне. Что будет в этой голове? А папа что-то носит у нас. Бедра. Готовит на плитку. О, так ты как мне. Что-то меня ты собрался делать. Молодец. А я и не вижу. Все работают, мама то не ядничает. Мама с утра уже все переделала. Да, мама с утра пахала. Солнышко пока было. И, кстати, ветра не было вообще. Было так хорошо, просто... Я все это снимаю. Как ты ударился 150 раз. Я что, виноват? Так ты голову-то туда не это. Не поднимай, подальше встань и тачку подальше ставь. Ёлик! Что ты там цветочки все нюхаешь? А где Бонечка? Спит? Нюхает, что-то нюхает. Боже ж мой. Печатали. Три тачки осталось. Кого тут? Уже довезите. И тетя Любе будет чистенько, и нам хорошо. Правда, тетя Любе еще вот останется большая кучка. Опа, Женя. Мало половин. Это... Заблочили надо. Надо половинка моя. Половинка моя. Мама эту песню не знает, мало половины. Вот это вот кучу для меня. Красиво, что ли? Куда поехали? Ой. На рынок? Да наоборот, с рынка бесплатного. С рынка бесплатного. Называется соседский рынок. Семья сегодня у меня прямо вся в работе. Зарядка у вас. Три. Это фитнес-тренинг. Как ты там ходишь-то, куда? Это уже не фитнес. Сейчас колесо. Пум. Как там следующий уровень? Бодибилдинг. Не-не-не. А что? Там, когда сложные такие тренировки, остановки. Ну это я не знаю. Это уже подготовка к соревнованиям, скорее всего. Даже я. Женя угадала. Причем за нее еще и не платят. Хотя, может, на пользу. Кирпич надо? Плохо, что видел, конечно. Не ударься, Саша. Вот. Руководи мне. Как он японцев показывает.
6 человек и один сможет, чтобы никто ничего не ударился. Не идем там в это время. Я вот стою над вами, над всеми. Папа, не ударься, Женя, не ударься, Саша, не ударься. Все, не ударяйтесь. У тебя больше всех ответственность. Если мы ударимся, виноват ты. Да, конечно. Я знаю. Ой, как красиво. Я сегодня раствор прям идеально чувствуется. Научился, видать, 150 раз уже завел. Он у тебя уже вообще получается как масло. Да, грязнули они у меня. Ну, ты что так долго-то? За что тебе платье? И некрасивая. Курочки, они у меня вообще грязнули в этом году. Скорее бы отмылись хоть. Мне тут один этот посоветовали. Купить зеленую сетку такую потолще. Угу. И там, где с той стороны у нас этот юнта по стене-то вьется. Ну. Его туда нацепить, и он будет типа по ней виться. О-о-о. Может быть. Красиво было бы, да? Ну, попробуй, почему нет? Не понравится, дерешь. Ну, это не сейчас. Сейчас у нас курятник. У нас нету лишних средств на сетку. У нас тоже не дешевая. В России вообще ничего дешевого не осталось. Стоит крылышками Маши. Слышь, какой у него гребешочек. Вот такой, скажи. Ой, какой я красивый. А та девочка сидит там. Давай, покажи, какой ты красавчик. Вот так вот. Печенок у тебя много. О, так, так, так. Жень, справляешься? Да. Бедный мой, несчастный брат. Ну, наверное. Последняя. Последняя тачка, все? Да. Ну все, молодцы. Теперь у нас курятник точно будет хороший. Вот сколько кирпича теперь. Погода как раз портится, и вы закончили работу. Блин, они к тебе сегодня приносят. Да, они же, это как на кормилицу. Ты черепаху не видел? Я мимо прохожу, он выплывает и голову высовывает. Дайте поесть. Где червя, да? Ага. Червячки мои вкусные. Ну что, ты пробовала его чем-нибудь еще кормить? Нет еще, никак не доберусь. Можно курочку дать, сырую только. Потом кальмара дай, привет, отдай. Лобстера дай. Лобстера. Они вон в болоте же сами ловят. Была бы рыбка, я бы, конечно, ему дала, но рыбки нету. Надо, когда на рыбалку поедете, наловите, дадим ему. Вы посмотрите, где они нашли место жительства. Под морозником. Вот, смотрите, сколько их. Вот. Вот маленькая. Вот, вот. Кошмар. Сейчас я вас всех отсюда вытурю. А то расплодитесь, что потом мама не горюй. Роза у меня вот эта так сильно померзла вообще. Столько черных листьев. Сейчас пообрежу ее. Бедненькая вообще. Ну, она, конечно, старая, эта роза очень толстая. Но она такая красивая, красная. Надеюсь, она отойдет. Сейчас я черные отрежу ветки, старые. А они пойдут уже снизу новые. Порезала, не знаю, что с нее получится. Но почки вроде бы есть живые. Видно будет.